Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы поговорим про самый на сегодня имбовый талант, который на сегодня самый топовый, самый универсальный. Раньше у нас был этот талант на уроны, мы там ставили уроны и прочее, но на сегодня тут сочетание жизни и дефа. Что еще надо? В принципе, я вам и так очень много героев показываю. В основном у меня герои, как вы видите по обзорам, с СО. Талант дает деф и дает 90% жизни на девятке, так 65. Также понижение на 60%. Вон после каменки была раньше у нас такая каменка. Она была топовая на деф. 70% дает 60. Вот как восьмая каменка. Кто помнит старые времена, каменка, кто ставил каменку, все тащили просто. Сейчас настало время СО. Ставить можно абсолютно всем, даже включая тыкву, кто использует тыковку. На древних я так тоже проходил, показывал, рассказывал, можете посмотреть, есть куча обзоров. Так, не понял. А, это мы вчера трешанули, ребята, с вами, так. Потом вам покажу прикол один, кто не видел на стриме. Так, поехали, покажу героев, какие героев использовать можно. Вот самое, что не есть имба, это паладин. Сейчас еще появилась чарка Священный Суд, с которой сочетание этого таланта, это просто бомбическая смесь получается, честно говоря. Unreal. Убить такого героя надо очень хорошие прокачки, и то не всегда это спасет, если у героя есть отхил. Что по героям? Кому можно ставить? Давайте пойдем так. Паладин однозначно, да. Можно всем героям. Вот у меня даже Атлант есть. Атлант с таким талантом просто неубиваемый. Это я уже тоже показывал. Я тащил таким талантом. Нереально круто это все смотрится. Посмотрите плейлист, есть на канале. Гаргул. Для Гаргула подходит как и Бастион, талант средний, так и этот талант. Но это даже получше будет. То есть Гаргул у вас будет неубиваемый. У меня даже на Минотавре есть. Я показывал обзор Минотавра, которого реально сложно очень слить. На максимальной прокачке он выдает обалденные статы, и этого вполне хватает. То есть такая сборка, плюс даже поставить вот девятое рвение, давайте поставим. Вот такая вот сборка, да, казалось бы, фигня. Поехали. Сейчас на него надо только вцепить еще слона, потому что станет буду. Такая сборка тоже очень крутая. Так, блин, где тут слон? Вот он. Я уже ослеп. В общем, такая вот сборка. Ну, берем кошмарку, да, там. Пятая кошмарка. 5-10. Вот мы тут все бегали, вот она жесткая, все. Но видите, он не проседает. 493 ему урона наносит. Он у меня 30-й прорыв, конечно, но можете пустить, у кого есть свои минотавры, там ремочные, какие там у вас еще с пактами, с бастионами, может кто-то качал. Они так урон держать не будут, как этот герой. Плюс зеленый смотритель. То есть он себе постепенно будет выносить. Также у меня сейчас я покажу, пусть уже добьет. Я надеюсь, вам там собака не слишком сильно лает. То есть выносится на ура, на изи все. Поехали, даже шестую попробуем. Я вам просто покажу одну темку. Вот так вот. Вот такой вот у меня жесткий минотавр. Кошмарка 6-10. Где бы нам тут так зацепиться? Ладно, пойдем отсюда. То есть он сам по себе получается неубиваемый. Это мы без разгонов всяких, без магии там и прочего. Просто бьем по чуть-чуть, постепенно и выносим. Как видите, по нем урон вообще копеечный. Хорошо, что никого не выкинул. То есть он все будет так долбить, долбить, долбить. И здание он должен, по идее, раздолбить. Уже половину некоторым снес. Посмотрим, как он к демонам дойдет.
То есть такая вот сборка ESON на сегодня один из самых топовых, вот 52% уже топовых талантов. В такой сборке героев очень сложно слить. К сожалению, у нас не наберет он, конечно, 100%, но проходку мы сделали. Вот так вот. То есть сочетание чарки и таланта реально очень круто смотрится. Так, окей, поехали дальше. Капитан Дрейк. Я вам так отсюда уже буду показывать. Тоже на битве гильдии использую. Классно, все круто. Вольт, аналогично. Тыковка, ну у меня тыковка просто для тестов. Тоже было, проходил. Малышник, но ну, не советую. Даже есть Арктика такая. Нетузия, ну смысла нет, где тоже нет Тесса. Сердцеедка, неубиваемая получается, тоже очень крутая сборка. Советую, есть возможность потестить, и если нет, посмотрите видосик. Ронина тестировали, вы знаете, такой Ронин тоже довольно-таки неплохой. Конечно, он там не мега топовый, но тащит тоже неплохо. Если давайте даже попробуем, правда, против меня там 30-е прорывы, у меня даже с ожогом 9-м не тащит. Я думаю, вряд ли этот сейчас, но смотрится тоже прикольно. Конечно, у нас ожога нет. У нас одно выживание, ну попробуем. Блять, называется попробуем, а Ронина не поставил. Надо ожог 9 ставить. Так, это что у нас? Это у нас сливают Минотавра сейчас. А, видите, Минотавра тоже не так, то просто слить. Фрея там била, Огник 30-й. Посмотрите, где вы видели, чтобы 30-й Огник не мог Минотавра ударить нормально? Сколько он бьет его? Ну вот Ронина слили, смотритель слил. То есть есть смысл, скажем так. Ну, Ронина, про Ронина забудьте. Это чисто так, поржать я делал. А то еще многие понаставляют, потом будут говорить, не тащит. Некрос, аналогично, Огненка, Эссо, Рину, топовый, Ворожей, ну, я показывал, тоже топовый. Дерево, казалось бы, какого фига, но дерево в такой сборке, блин, просто нереально. Его тоже очень сложно убить. Поехали дальше. Фрэнки. Да, Бигфут, да, Афинка тоже классно смотрится, не убивается так. Седна для битвы гильдии вообще кайф, плюс воодушевление, вообще топчик плюс 40%. Повелитель бури показывал, Рибит показывал, Огник тоже круто, Махатма вообще нереально смотрится, я показывал вам тест сборки. Больше ничего не надо, утекание ставить, и счастье вам будет. Рогатка тоже, ну, у меня просто тестовый вариант. Сюда смысла особо нет, но тоже, в принципе, как вариант можно потестить, пишите комменты. Лазуля топовый, здесь топовый будет тоже. Ну, короче, это для многих героев, для Космо у меня на русском сервере там. Просто тут тестирую Архидемона. Анубис тоже круто смотрится. Ну, Фрей бессмысленно, у нее ограничения. Асурик. Однозначно да. Однозначно да. Ну, сюда бессмысленно. Огненка получше. Однозначно да. Для PvP локаций круто смотрится. Ну, тут тоже можно поставить. У меня было. Я просто тестирую, видите. Сюда смысла нет. Стрелок, да. То есть вот такие вот ребятушки-герои и такие вот подходят, ну, я же говорю, практически для всех, там, на бочку можно ставить, на что хочешь можно ставить, то есть вариантов очень много у этого таланта, ну, героя, выбор героев, то есть он настолько универсальный, то есть он круче, чем бас в некоторых случаях, потому что там дается урон, а героям многим урон не нужен, им нужен деф и жизнь. То есть это где-то два одинаковых таланта, то есть есть герои, которым можно ставить, у которых есть встроенные, там, у кого есть встроенные, плюс ИСО, это еще больше улучшает, поэтому
Все зависит только от вас. Я вам кучу обзоров пилю. Можете зайти поискать листы по обзорам героев с разными сборками. Но на сегодня ESO это один из топовых талантов. Это показывают фарм локации, PvP локации. То есть правильная сборка. Конечно, смотритель все равно будет считать вашу сборку, ваши прокачки. Но все равно в любом случае это намного круче. Его не будут так пробивать. Все, в принципе, пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.